На Ямале началась массовая вакцинация от коронавируса. Она проходит во всех регионах по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что прививочной кампанией будет охвачено около 70 миллионов человек. Главная цель – сформировать коллективный иммунитет. Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозы распространения инфекции ковидной, соответствует уровню угроз, которые она представляет для наших граждан. И в целом дают положительные результаты. Планируется, что в первом квартале для вакцинации граждан будет доступно около 17 миллионов доз вакцины. 9 тысяч из них в конце прошлой недели поступили в наш округ. К приему посетителей на Ямале подготовили 70 прививочных пунктов. Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, уточняет пресс-служба губернатора.